Еще из интересных историй по центре. Короче, Хоуп, если ты мне запрещаешь это рассказывать, то запрещай быстрее, потому что я начинаю. Сижу вчера на ночном стриме, ну, кайфую, ничем не занимаюсь, там играю в Minecraft Dungeons и все такое. И, короче, знаете что, я, блядь, сижу, пержу, ничего не делаю, мне приходит донат. Донат был скрыт. Надо же донат отвечать, да? Среди копа. Это здравствуйте, Никита, игрок ГП. Хаупу ворвалась полиция из-за тебя. У него там обыски ХТТПС двоеточие //Т точками /АУП. Чего, блять? Почему из-за меня? Я охуел, подумал, блять, вдруг реально из-за меня, потому что у меня пазл сложился, и я подумал, что это из-за меня. Но как оказалось, что, видимо, не из-за меня, ну потому что, блять, моя теория не сложилась. Вот, ну и, собственно, я охуел, но к нему реально пришли менты прямо на стриме, на него кто-то вызвал ментов, они там у него ходили, он запись все красиво оставилась, вот, он там что-то ходит, дверь открывает, блять, менты какие-то заходят, пиздец, короче, я охуел, блять, вчера я слушал голосовухи ВКонтакте его. Блять, чувки, меня сейчас довели до слез, блять. Я аж забыл, как, блядь, дышать нахуй. Я не знаю, я, сука, скоро стану нахуй заикой, блядь. Я аж пиздец, бля. Мне сейчас на стриме, блядь, какой-то козёл, блядь, заказал полицейских. Я не знаю, я, блядь, ой, так... Ой, блядь. Да боюсь, блядь. Они мне начали тут все обыскивать, блядь. Сказали, что, блядь, через 30 минут еще... Сказали, что приедут еще раз через 30 минут, блядь, с проверкой. Я не знаю, мне, блядь, аж трясет нахуй. Страшно. Пиздец, блядь, какая тварь, блядь. Сказали, что, скорее всего, мне, блядь, сейчас заберут куда-то, блядь, на проверку, на наркоту или еще что. Хуй пойми, блядь. Пиздец. Перефоткали, блядь, всю квартиру, нахуй. Можете посмотреть на стриме, блядь. Ну, я догадался, что, блядь, это ко мне полицейский. Я стримлю, блядь, не в домофон. Я думал, курьер какой-то, хуй знает. Поднимаю, блядь, домофон, мне, блядь, говорят, открывайте, нам это полиция, нам надо зайти в подъезд. Я думаю, ну ладно, окей, открою, блядь, может, не ко мне, блядь. Потом сразу догадываюсь, что есть, блядь, один человек, который, сука, способен на это. Поворачиваю, блядь, камеру в случае, чтобы, знаете, ну, это, блядь, ну, в случае, там, какие-то доказательства потребуются, что, типа, блядь, я не причастен, ничего не было, блядь, я сидел в последнее время стримил, блядь, и, типа, я от компании отходил 6 часов, блядь, где-то, даже часа 4, может, преувеличиваю. И вот, и, блядь, они тут начали все, блядь, смотреть, нахуй, допрашивать. Ебать, я пересрался, бля. Вы не представляете, это пиздец. Я не знаю, я пойду прогуляюсь просто, блядь. Ага. Ты, блядь, такие говорят, вы, блядь, утверждаете, что вы убили, блядь, двух людей. Я охуел, блядь. Вы утверждаете, охуенно, блядь. Я сам позвонил, блядь, утверждаю, что убил двух людей, сижу, стримлю на ютубе. Была толпа, нахуй, где-то ментов 8 ко мне в квартиру зашло, блядь. Блядь, чуваки с пистолетами, блядь, в руках были, я думаю, меня нахуй застрелят. Пиздец. Привет еще раз, чуваки. Блядь, сейчас... Это уже спустя 20 минут. Или домофон, так что... Я поехал, блядь, меня забирают. Всем спасибо. Пока, блядь. Особенно Дашечка, я тебя люблю. Спасибо. Я поехал. Буду держать, если что, в курсе тут. Так. Я сейчас, ну, собственно, тут полицейский участок оказывается рядом, мы доехали быстро. Тут пока начали меня допрашивать, я там... Там какая, ну, типа, у них какая-то задержка, хуй пойми, я попросился, можно выйти просто покурить. И чисто, блядь, вот сейчас со мной, блядь, рядом стоит полицейский, я недалеко отошел. Короче, типа, я, блядь, сейчас под главным подозрением, оказывается, что в нашем районе реально убили... Двух людей, и я под подозрением. Пиздец, я... ебанина, такая ебанина, блядь. Говорю, что я таким не занимался, вот сейчас буду предоставлять как proof стрим и как-то отмазываться от этого. Ну, пока ехали, мужики говорят, что, скорее всего, тебя могут за ложный вызов штрафануть, потому что... Так он и не вызывал нихуя, ты чё, ебанулся, блядь? У них номер не отобразился, и я, типа... Якобы, может, на этом хайпую. А, у меня тоже такие вопросы задавали. Пиздец, блядь. Это ужас, чуваки. Самое, блядь, знаете, что... Я еще не зашел. Сейчас уже заходить буду. Они когда зашли ко мне в комнату, у меня стоит
на сзади, вот как вы можете увидеть, там компьютер стоит, там за ним работал Никита, когда у меня жил. И вот на нем стоит дилдос, который мне заказал, ну, по приколу мой знакомый. И так. Он такой, типа, мент спрашивает, что, типа, что, на нем прыгаешь или что-то такое, я не помню. Охуеть, блядь, мент охуенный, блядь, тебя ебет? Ну, если прыгаю, даже тебя ебет? И сейчас, короче, во время досмотра, ой, это, блядь, как его, допроса, мне сказали, что, типа, ну, не мне. Сказали, изымут дилдос, блядь. А они такие между собой, что, типа, блядь, это какой-то пидорас-стример, что, типа, блядь, на дилдосе, блядь, прыгает. Пиздец. Я вам потом вас покажу. Ебать, это должно, блядь, кто на чем прыгает? Дилдос, блядь, это настолько он огроменный, что, типа, блядь, с размером руки, это, блядь, конская хуйня. Блядь, мне машут эти чуваки. Я пошел. Я пошел. Так, проходит, короче, 20 минут. И меня сейчас просто придержали зря в полицейском участке, сказали идти сейчас вызывать такси, ехать вообще абсолютно другой. Вы, блядь, представьте, нахуй мне сейчас, ну, я вызову, конечно, машину, сейчас доеду, там буквально за 5 минут. Сказали, что, типа, срочно туда. А я прошу прощения, почему я должен тратить деньги на то, чтобы сам вызывать такси, блядь, что за бред, блядь? Ой, бля, я сейчас буду кататься от одного полицейского участка, наверное, на другом. Они не определились, куда, типа, блядь, я должен быть привязан. Мужчина говорит, что, ну, типа, блядь, я слышал вот эту вашу всю ситуацию по рации, типа, блядь, и что, да, это вообще жестко, что над вами прям пиздец как подшутили, потому что, ну, вам, скорее всего, грозит статья, блядь, я охуел. Над вами подшутили, вам грозит статья, заебись. Блядь, не записалась голосовая, я говорю... Это жестко, ребята, очень. Я уже забыл, блядь, как разговаривать, нахуй. Я начал заикаться, блядь. Мне сейчас идти, блядь, вообще какую-то в три пизды, блядь, я не знаю, что-то. Думаю, лучше я пройдусь пешком. Оказывается, мужчина сказал, что 15 минут. Так вот, меня отправили к этому, как его, блядь, к мужику, который стоит на входе. Ресепшн, или как это называется, забыл. А, и вот, и типа он такой говорит, я слышал вашу всю эту ситуацию, типа, блядь, вам могут повешать статью. Я такой, блядь, аж пересрался, думаю, блядь, ну все, нахуй, сейчас начнется пиздец. Потому что, знаете, как работает наша полицейская вот эта вот в России хуйня, система, блядь. На меня реально что-то могут сейчас повешать, блядь, я не знаю. Блядь, мне аж, честно, я боюсь, блядь, реально, сейчас нахуй загребут еще и в тюрягу. Пизда. Фу, блядь, оно все же отправилось. Да, понимаю. Это последнее было 30 минут назад запись. Ну, блядь, сказали, короче, мне когда позвонили, блядь, это настолько такой жестокий разговор был, блядь, типа, Данил Назарьев Павлович, блядь. Я такой, да, я. Они такие, это, вы подозреваетесь в убийстве таких-то, блядь, я их фамилии не запомнил, блядь, нихуя. Борчукова и Борчуков, что-то такое, блядь, я охуел. И типа, блядь, он такой, срочно, с телефоном, со всеми, блядь, доказательствами, все, чтобы были сейчас в полицейском участке. Заберут нахуй телефон, блядь. Если не прибудете в такое-то время, столько-то, столько-то, то за вами приедет бригада. И если вы, блядь, будете нахуй куда-то уезжать или еще что-то такое, ну типа скрываться, да, то вы сами себе сделаете только хуже. Пиздец, блядь. И все, это было 30 минут назад, и все, блядь. Ну, короче, вот это вот видео смотрел. Мне 21. Блядь, дилдак покажи. Надо мной так подшутить. Ну, в смысле, стример там на камеру дрочит, что ли, или что? Нет, я... В смысле, стример на камеру дрочит? Такая хуйня, это пиздец, блядь. Стример, что, на камеру дрочишь? Охуеть, блядь. Что за... Не, может быть это нормально, типа, или что за хуйня? В смысле, дрочу на камеру. Ну не знаю, есть тысячи разных, кто-то сиськи показывает, кто-то дрочит на камеру, блядь. Пиздец, пиздец, это пиздец. Нет, я таки... А ты в игре стрим ведешь, да? То есть ты сюда играешь и под видеонаблюдением, да? Да вон катка, под видеонаблюдением чисто играю, кстати, пацаны. Да, блядь, Ферамир, видишь, ну это, блядь, чисто друг его пришел нахуй в костюме, ебаный, блядь. Хайпанул на 200 просмотров жестко. Ферамир. Нахуй его, блядь. Ля, блядь, ля, сука, ля. Пришел там, смотрит Майнкрафт. Ля-ля-ля, блядь, ищет труп. Труп, блядь, ищет, сука. У Майнкрафтера, блядь. Вот, сука, нет трупа, блядь. А где труп? Вот он,
Ебать. Сука, помял ветку. Надо с субтитрами, конечно, чтобы было. Так, что-то еще было интересное. Как он пришел стрим вырубать? Че играешь? Что играешь? Майнкрафт, блядь. Ну что стримишь? Стримишь-то. Ну, вот этот, видимо, помоложе, адекватный, блядь. Спрашиваю, ну, нормально, чё, во что играешь, чё стримишь? Не спрашивает про то, что дрочишь там на камеру. Ты там чё, бабки зарабатываешь? Блядь, такие вопросы, сука, они как будто нахуй из другого времени вообще, они как будто не существуют в реальном мире. Ты чё, много зарабатываешь на этом? 1250 в месяц. Бля, я надеюсь, он сказал 10-50, а не 250, потому что, ну, не надо говорить. 250 в месяц? Да. Чего? Охуели, а они такие, ебать, чего, блядь? По-моему, что за хуйня, это дилдос? Дилдос? Карта, а это подарок от знакомого. Это, что за хуйня, блядь? Хуйня, действительно. О, бля, смотри. Вот труп нашли, труп. Ой, долбоёбы, блядь. Ну это не смешно, блядь. Я не понимаю, кому это может быть, типа, забавно вообще. По мне, такие шутки неуместны. По мне, шутки только про гигантский дилдос. Уместные, которые там в материалах дела записаны, у него, блядь. У него он говорит, то, что он открыл. Ну, точнее, не открыл, а там, типа, материалы дела он увидел, да? И там распечатанная фотка дилдоса гигантского, который у него на полке. Я начинаю шутить, что это орудие убийства людей, потому что его обвиняли в убийстве двух человек. Вот. Вот такая вот вечериночка, короче, кучерявая. И немножечко сходится его история с моей историей, когда доебывали вопросами типа «Мы подозреваем, что это ты делал, потому что, может быть, вы так хайпуете, потому что вы нихуя не понимаете, блядь, в этом мире, и вы так хайпуете». Да, блядь, каждому кайф именно вот так вот хайпануть на 120 просмотров, блядь, охуительно. Вот, ну вот такая вот вечериночка, господа, все чики-бомбони, в натуре класс, ставьте лайки.